戦乱神楽忍び VS 少女たちの証明。ладно, собственно, всем привет, добро пожаловать. Ну и мы начинаем. Начинаем и продолжаем проходить Синрару Кагуру Шинобу Версус. И сегодня мы начнем вторую сюжетную линию в игре за других Шиноби, за Генсен, которые, собственно, были нашими противниками в первой сюжетной линии. Вот теперь мы поиграем за ними и посмотрим лучше на их мотивы и все это говно, короче. Погнали. Сначала я хочу проверить первый. Да, мы прошли тут пятую главу. Ну, вообще-то у нас еще есть личные сюжетные линии каждой девушки. Но их как-нибудь в другой раз. Там полотно текста. Не хочу я сейчас этого. Так. Поменять школу. Ну, собственно, вторая школа, Генсен Академия. Погнали. О, господи. Ай. Так. Это был спокойный февральный день. Трава на холме завяла от холода, но когда я поднялась на вершину, я увидела заходящее за гору солнце. Окей. Я оглянулась назад увидеть остальных: Муракуму, Йодзокора, Шики и Минори. Они все шли за мной. Золотое солнце излучало теплые лучи света на их лица. А, точно! Юми-тян, а ты взяла с собой клубничные дайфуку? Минори посмотрела мою сумку. Ну, конечно, я никогда не забуду взять и принести любимая еда дедушки. Моя сумка забита полностью этими клубничными дайфуки. Рисовая паста, сформированные в маленькие пирожные и заполнены клубникой и сливками. Блин, что-то поесть сразу захотелось. Так, большое... большое что-то. Большие сочные фрукты и плюс полный, который полностью
Короче, описание этой фигни. Я не могу ее перевести. Так, когда дедушка впервые заболел и стал привязанным к кровати, клубничные дайфуки стала его основным источником этого сосуществования. Ну ладно, пусть будет так. Но он их любил. И я уверена. Я уверена, что он будет рад, увидев, сколько мы принесли для него сегодня. Да, это действительно давненько мы не приходили, не проведывали дедушку. У Минори была большая улыбка на ее лице, когда она это сказала. Да, точно. В мире шиноби... Нет. Да, в мире шиноби моего дедушку зовут Куракага. Легендарный, хороший шиноби, что посвятился сопротивляться злу. Мы пятеро исходим из семьи хороших шиноби. Мы все потеряли своих родителей в конфликте между хорошими шиноби и плохими шиноби. Дедушка вырос нас как хороших шиноби и сделал так, чтобы мы поступили в Академию Генсен. Для того, чтобы оплатить ему наш долг, мы тренировались очень усердно, усерднее, чем все остальные, чтобы стать элитной школой. Почти пришли. Давай. Еще немного. Дедушка ждет нас на вершине этого холма. Мы так сильно хотим его увидеть. То, что мы прямо начинаем бегать к нему. Но почти в последний момент. Угага. Привет, Мивей, увидишь. Так, мы услышали дикий смех откуда-то. Было сильное предчувствие, что кто-то позади нас. Так что мы все повернулись вместе и увидели старого человека, одетый в костюм суши-шеф-повара. Мы инстинктивно быстро приготовились к битве. Этот человек не тот, кем он кажется. Из его маленького образа он излучает просто огромную ауру, силу, короче. Кто ты такой? Точнее, кто вы такой? А кто я? Да я Ханзо. Ханзо? Ханзо? Как только я услышал это имя, мое сердце начало... моя кровь начала кипеть. Я знала, без того, чтобы взглянуть на остальных, что они чувствовали то же самое. Ханзо. Любой, кто хочет быть шиноби, знает это имя.
обычные шиноби-студенты должны встать на колени перед ним. Прямо сейчас. Но для нас, встать на колени перед этим человеком, это не выход. Снова и снова наш дедушка рассказывал нам о Ханзу. Дедушка считал его врагом, который был предназначен ему судьбой. Какие у вас дела тут? Да, мне-то просто стало скучно. Я тут подумал, может быть, мне стоит там найти кого-нибудь и поиграть с ними, а? Он подмигает и улыбается на расстоянии. В тот момент, когда я потерял его из виду, невидимая рука схватила меня за грудь сзади. Окей, начинается. О, да они хорошие, да, замечательно прямо. Даже не успев среагировать, Ханзо проскользнул вокруг меня снова. Ах ты ж изолированный дегенерат. Я попытался атаковать его своим локтем, но он быстро отступил назад. Ты знаешь, что только что оскорбил элиту Генсен? Конечно же, я знаю. Я просто хотел узнать, как чувствует... Нет. Каковы элитные сиськи? Ханзо открыл и закрыл свои руки несколько раз и потом исчез снова. Ребят, будьте осторожнее. Так, мы снова оглянулись вокруг, чтобы узнать, где он. А я здесь! Так, мы повернулись на голос и увидели его позади Муракумы. Эх, моми-моми, ладно. Так, легко, прекрасно, приятно. Да, старый извращенец. Так, он схватил Муракуму за сиськи. И она стояла там, окаменелой, так сказать. Я всегда хотел нащупать пацифистку, которая носит маску огра. Прекрати! Я попыталась ударить его, но он снова исчез. Не хочу вас оставлять. Ни одной из вас. Ханзу появился позади Йодзокру в этот раз. Он быстро среагировал и схватил ее за грудь снова. Мами-мами! Сиськи, сиськи. Какого черта ты делаешь? О, ты разговариваешь на своем нативном диалекте? Когда ты злишься, а? Давай, продолжай так дальше.
Он сделал то же самое и с Шики. И Минори. Он щупал нас одной за другой. Мы пытались как-то сопротивляться ему. Но он двигается так быстро, что мы даже не можем уследить за его движениями с нашими глазами. Ты трус. Безвкусный мужчина. Мужлан, пусть будет. И ты смеешь называть себя шиноби? Когда я вот так покричала, он наконец остановился. Это было неуместно. Дедушка предупреждал нас о тебе и все рассказал. Ты называешь себя хорошим шиноби. И все же в тебе процветает зло. Ты не являешься никем иным, как просто презренным извращенцем. Мы были рождены и были выросшены достойным человеком. Да. Чтобы убивать таких, как ты. С помощью света нашей чистоты. О, Господи. Так. Когда я разговаривала, он начал двигать своим ртом беспокойно. Как корова. Он действительно является противником моего отца, моего дедушки, о котором он разговаривал. Ваш свет меня еще не остановил. Я не знаю, насколько чисты вы являетесь. Вы действительно можете называть себя в данном случае. Он все еще двигает своим ртом. Он что, что-нибудь есть? Ест? Теперь, когда я посмотрела поближе, я увидела какие-то крошки вокруг его рта. Юми-тян, неужели он ест то, что я думаю? Когда Минори это сказала, я медленно и нерешительно решила проверить свою сумку. Что? Как он? Моя сумка пустая. Ханзо съел все клубничные дайфуки для нашего дедушки. Верни их, пожалуйста, верни их обратно. Да не могу, потому что я их съел. Он пожал плечами. Я была такой разозленной, что моя кровь... Нет, что было такое чувство, что моя кровь течет в обратном направлении. Нет, точнее, идет в обратном направлении. Ты зашло слишком далеко. Ханзо, сразись со мной.
Так, я отошла на дуэльную дистанцию. Ну да, позицию пусть так будет. А он стоял там и чесал себя за ухо. Давай, Хентай-сама, пока. Так. Это будет нечестно. Плохо или нет? У тебя нету ни единого шанса. А вот моя внучка, Асука, она будет достаточно хороша для тебя. Ваша внучка? Да, она является второкурсницей в Академии Ханзо. Знаешь, что я тебе скажу? Если ты победишь ее, то так и быть, я сражусь с тобой. С громким зевком он исчез. Я укусила свою губу так сильно. Я никогда не чувствовала себя раньше настолько униженной. Окей. Я сейчас слишком смущена или чувствую позор, чтобы увидеть своего дедушку. Ребят, нам нужно вернуться на сегодня домой. Мой голос трещал, когда я это сказала. Все думали, что все закончилось. И они мне кивнули в ответ. Так, когда мы вернулись в комнате ниндзя, в нашей школе, мы нашли нашего сенсея, Вэнг Пэй, который медитировал там. Вэнг Пэй – это старый человек с длинной бородой. Несмотря на его возраст, у него мускулы везде, и он все еще может двигаться, как шиноби топ-уровня. Он тренировал нас так усердно, насколько он мог, чтобы мы стали сильнее. С возвращением! Он не двигался и держал свои глаза закрытыми. Но он все же что-то сказал. Когда делал глубокий вдох. Так, приказ пришел из школы. Они хотят, чтобы вы участвовали в королевской битве шиноби. Ну, я знаю немного о королевской битве шиноби из класса. Это классический челлендж, который передается в школах шиноби. Элитные шиноби-студенты бросают вызов такому же количеству элитных студентов из другой школы. И потом эти две стороны сражаются
ради того, чтобы их школа выжила. Потом школа, что выиграет, сжигает школу проигравших без остатка. Сурово? Возможно. Но такова традиция. Сперва-наперво нужно найти свою цель. Я бы предложил Хибижу. Я поняла. Женская академия Хибиджу Кландестин. Это, короче, академия злых шиноби, которой мы поклялись уничтожить. Похоже, у нас золотая удача. Сразу же все согласились. Наконец-то у нас приказ сразиться с плохими шиноби. Или мы... И идея пришла в моей голове. Так, в этом приказе говорится бросить вызов кому-нибудь в королевской битве шиноби. Но там не говорится никакая специфическая школа, против которой мы должны противостоять. Сенсей, а возможно, чтобы мы бросили вызов в школу в королевской битве шиноби Академии Ханзу? Вэнг Пэйн был немного удивлен от этого вопроса, но он кивнул в ответ. С закрытыми глазами, потерянные в мыслях. Сенсей, пожалуйста. Вэнг Пэйн открыл свои глаза. Когда я смотрел на него. Я предполагаю, что ты не сможешь достичь совершенства в пути шиноби, играя хорошо с другими каждый раз. Разве это не означает? Правило позволяет сразиться с другими хорошими шиноби в королевской битве шиноби. Так что, давай, иди со всем, что у тебя есть. Я кивнула в том, что я благодарна этому. Ну что ж тогда. Мы пойдем за Академией Ханзу. Элита, приготовьтесь. Да. Это определенный голос. Собрал нас вместе. Ханзу, как ты и желаешь, я раздавлю твою дорогую внучку или любимую, и ты будешь следующим. Приготовься умыть эти клубничные дайфуки с нашим бесконечным океаном ярости. Ладно.
А, это еще не все. Больше текста. Да, он вроде бы сейчас закончится. Но я как минимум надеюсь. Потому что... Ладно. Каждый свет отбрасывает тень. И все же, в глубине тени есть свет. Инь и янг. Добро и зло. Свет и тьма. Баланс этих двух элементов – это то, что держит этот мир в гармонии. И те, которые живут как шинови, не должны разрушить этот баланс. Или так они говорят. Хватит! Но зло может с легкостью поглотить добро, и добро может пасть перед злом. Ай, господи. Наши старшие относились к этим принципам баласам как к священной заповеди. Но я верю, что этот баланс был разрушен уже давно. Это больше, чем просто декорация. Фальшивый концепт или пустой. Нет, все-таки фальшивый. Господи. Надуманный щит против очевидной правды. Я никогда не видела, чтобы зло становилось добром. Я никогда не видела, чтобы свет... Нет. Я никогда не видела свет в тьме. Никогда. Точнее, ни разу в своей жизни. Эту историю, что я плету, относится к нашему сражению, чтобы защитить добро в этом мире. Это разговор о жизненной битве, точнее противостоянию против тьме ради лучшего завтрашнего дня. Мир, в котором все могут быть счастливыми и в безопасности. Это наша мечта. Чё, неужели закончилось? Офигеть. Полчаса диалога. Не, ну, конечно, хорошо, сюжет, все дела, но, по-моему, они перегнули палку. Это всё-таки не визуальная новелка, а, блин... Слэшер по-российски. Ну, или так они говорят. Короче, привет всем, кто тут присоединился. Добро пожаловать. Текст закончился, наконец-то. Теперь мы можем играть. Фу. Так, миссия. Но то, что в этой игре есть глубокий сюжет, это хорошо. Так. Первая за минори. Окей, погнали. Наслаждается жизнью. Так, только не полотно текста снова, надеюсь. Иначе я его пропущу к черту. Потому что все-таки более-менее все было в предыдущей линии. А, вот такие диалоги, да, такие можно. Они быстрые. Нет времени, чтобы терять впустую. Мы должны немедленно начать наши тренировки.
Шики, Минори, начните спарринг. А я пойду и сделаю все приготовления для королевской битвы шиноби. Да, конечно. Увидимся. Пока. Увидимся. Скоро вернусь. Прекрасно, она ушла. А, хорошо, мне нужно быстро кое-кому позвонить. А, Шизу, да, я полностью свободна. Да-да, я сейчас направлюсь туда. Шики, плохая. Ты не должна никуда уходить. Ты должна остаться здесь со мной. Да, но... Блин, у них там распродажа. И что-то типа 80% там продают миленькие сумочки. Так что позволь мне уйти, и мы можем это сделать и завтра. А ты, Минори, можешь пойти там повеселиться с кем-то другим? Что? Ну, ладно, наверное. А, нет, постой, мы не должны пропускать тренировку, Юми так сказала. Ну, я ей не расскажу, а ты же тоже ей не расскажешь. Ну, как тебе такое? Да, точно, Шики, а ты умная. Господи. Хорошо, хорошо. Ладно, а ты иди поиграй, а я пойду и... Почему Enjoy Your Life перевели как парти? Повеселюсь. Наслаждусь жизнью. Насладись. Так, кто тут повеселиться собирается? А, Юми! У меня было чувство, что это произойдет сразу, как я только уйду за дверь. О чем вы двое вообще думаете? Ну, я собиралась пойти тренироваться, Аюми, но... Но Шики меня остановила. Эй, Минори, ах ты ж... Ты же сама кричала со мной вместе потусить. А Минори не кричала ничего подобного. Еще как кричала. А нет, Минори тебя не слушает, Минори тебя не слышит. Ладно, все, хватит вам твоим наркоманичить уже тут. Ой, извини. Айми, не прости меня тоже. Я хочу, чтобы вы обе на задание сейчас отправились. Хорошо. Особенно ты, Минори-сан. Ты никогда не сражалась так, как полагается раньше. Если ты не сможешь стать лучше, нам придется тебя исключить из королевской битвы шиноби. Что? Нет! Юми... Это было слишком жестко, болезненно. Что? Совсем наоборот. Я показываю ей свою доброту. Если она слишком слаба для битвы, она может быть убита. Хорошо, я стану лучше.
Потому что я хочу участвовать в королевской битве тоже. Да. И я хочу это очень сильно. О, это звучит как супер интенсивно. Юми-тян, просто смотри и жди меня. О, господи, да уж. Слышу одно, пишется другое. Это, конечно, забавно. О, Фумо, здорово. Ниблер, ты тут был или только пришел? Блин, ребят, вам что, не нравится эта игра? Если не нравится, ее вообще отменю и не буду стримить. Или точнее, вам не нравится диалог, точнее, много текста. Так, первая битва в Шике. О, господи. О, господи. За кого я играю? Затем с ведром. Опа. Ну вот, перешли к самому интересному. Все. Где-то с окончания стены текста. А, ну там полчаса текста было. Давай, трансформируйся, блин, Шики. А то меня тоже трансформируешь. Ай, блин. Ой, Минори, не теряй одежду. Ну, текста что-то много. Ну да, его много, но зато есть сюжет. Ладно, тогда полотно текста будем пропускать, только вот эти диалоги, которые нормальные, эти будем оставить. И все. ЖРПГ вчера было. Стоп. А вообще-то Шики уже трансформирован. Так, Минори нужно трансформироваться. Да блин! Ну, наконец-то. И это Шиноби им сюрикены раздали катаны. Они ведром друг друга мочат. А чё, мама? Некоторые скрываются. Ну да, не, бля. Но если народ не хочет, зачем мне заставлять смотреть то, что они хотят? Ну, могу их не переводить, просто быстро их листать и читать, каждый для себя, и все. Так и сделаю. Потому что, возможно, тот текст за 10 минут можно было бы весь прочесть, а с переводом нужно двое больше. Так, ладно. Давайте попробуем сейчас секретное искусство ниндзя Минори, посмотрим на них. Хотя мы их уже видели, но все. Давай, первое. Ага, раздавить врага блинами. Нормально. Для второго секретного искусства ниндзя нужно две.
Два свитка. Блин, она уже почти раздета. Да, Аркадий, здорово тебе тоже. Да блин, сраная фигня. Я хочу снять автоим, чтобы пойти лечилку взять, но не могу, потому что, блин. Все, мне хана. Минорига не очень. С ведром. Вот бы за Шики дали бы играть, было бы лучше. За нее бы поиграл. Ну, точнее, дадут за нее потом. Но я хочу сейчас. Повторить. Блин, хотя бы уровень дали, что ли. Ой, господи. Блин, противник постоянно повторяет одну и ту же атаку и не дает даже вставать. На тебе. О, ла-ла-ла. Окей. Медведь одобряет. Да еще с крючком. Эй! Она охренела, что ли, совсем? Ну на. Я тоже. Второе искусство ниндзя. What the fuck? Что за детский мир? Вечеринка конфет? Господи. О, господи. Настолько упорно, что я даже не знаю, что сказать. Блины еще норм. Все, готово. Изи.
О, господи. Даже не знаю, что тут сказать. Упоротость. Мачо, мажде яралечатта ё. О, господи, да она прям полностью надрала мне задницу. Я выиграла, ура. Минори-сан, хорошо сделано. Ты можешь присоединиться к королевской битве шиноби. И мы все остальные будем рассчитывать на тебя. Да, Минори постарается. Убедись в том, что он не будет снижать свою бдительность. Помни, что наш противник тоже натренирован, так же, как и мы. Возможно, будет лучше, если мы перейдем к более жесткому режиму. Да. И начнем с... Бум, вачи, окей. Тренировка закончилась. Я пошла играть. Ну, твоя тренировка закончена. Но я не закончила говорить. Монстр, бум, о нет, он украл принцессу. Ну хорошо, Шикис, начнем тогда с тебя. Шизуэна, слушай, мне очень жаль, да-да, я сейчас уже выхожу немедленно. Не дай ему взять последнюю сумочку. Господи, как же это утомительно. Да, каждый насрать, одна за покупками, другая поиграть, и только тут одна из них серьезная. Йоми пытается что-то сделать, но что-то полезно. У нее хомячок живой? Че, правда? Я что-то не обратил внимания. На хомячок, я как-то не смотрел на хомячка. Стоп, какой хомячок? А, тот, что на... Минори. Так, ладно, идем дальше. Следующее. Дура и ТП, отличная команда. Но это еще не все, их же всего 5. Еще 2. Он рот там открывает. На поясе. Так, начнем. Следующее. Так. Дальше мы за Йодзокуру будем играть. Выберите шиноби. Как будто это можно сейчас сделать. Вижу смысла. Ну, мне больше нравится третий клан. Ниблер, ты знаешь о ком. Те двое, садистка и мазохистка, это просто нечто. Принцесса идет прямо в лес и встречает тигра, она там.
И принцесса с ногой... Нет. И принцесса ногой ударила тигра, и он улетел прямо в воздух. Пион. Господи, это шедевр. Ну, в смысле, эти две строчки, три. Ауч. Минори, ты только что бросила плюшевого тигра в меня. Он просто растерзал твое лицо, извини. Извини. Окей, там что-то. Откуда они взяли лишнее слово? Ну да ладно. Послушай, это нифига не мило. Эти плюшевые игрушки везде. Как ты думаешь, кто должен убрать весь этот бардак тут? Это не бардак, я просто играю с ними, когда я хочу. Да, замечательная логика. Знаешь, что я тебе скажу? Или ты уберешь все тут, или я... буду порить тебя по попе. Поняла? Поняла, я сделаю это позже. Да, ты это сказала. Но потом уйдешь, и мне придется самой это сделать. А ну это потому, что Ёдзакура-чан, ты такая добрая. Да, похоже, мне придется тут перейти к более строгим мерам. Минори, если ты тут не уберешься, то я вытеру пол, используя тебя. Да уж. Так, Ёдзакура. Кто Ёдзакура? Как бы ее... Кто она? Скажем так. Та, которая хочет всех прибить, но на самом деле этого не делает. Или делает. Ну, сейчас нам придется за Ёдзакуру валить Минори, так что, наверное, она все-таки это делает. Привет! Привет, Масяня! Нормальное дело. Вроде бы. Кулаки, конечно, хорошо. Ах ты ж! Тир, что ты так одинок? А, блин, я случайно. Ну да ладно, трансформируюсь. О, да. Так, что там с техниками? Что у меня есть? Ничего еще не открыто. Только в воздухе кое-что. А, блин, как раз она трансформируется. Ну ладно, нормально, пусть трансформируется. И почему она светит своей жопой в конце? Так, секретное искусство ниндзя, первое. О, господи. Ха!
О, да. Блин, офигенно. Конечно, ее Дзокура мне нравится. Ее боевой стиль. О, господи, сейчас меня блинами раздавят. Почему из воздуха я не могу на него прыгнуть и ударить? Ах ты ж! На Субару из Нанохи похоже. Да, есть немного. Я правда и... Да блин, хватит меня бить, сука. Привет, Шадоран, с возвращением среди нас. Блин, меня побили. О, кстати, может вам поставить вот чатик так? Что скажете? Или лучше без него? Вроде бы в правом углу он ничего не заграждает. Можно его поставить. Блин, меня опять побили. Лучше без него. Шадоран, нет, спасибо. Спасибо за предложение, но нет. Я до такого не отпущусь. Да нет, что-то прозрачность не работает. Я его кто-нибудь сделал, но не сделал. Не разобрался с ним как-то. Ай, блин. Есть. Нет, Шадоран, это не план. А вот план Штира мне нравится. Стоп, при чем тут это? А, блин, фу. Я думал, что он написал натянуть тянку в прямом эфире. Я неправильно прочел. Фу, блин. Не, план говно. Так, второе секретное искусство ниндзя. Давайте посмотрим. Ух.
Райский ад. Воу. Я его не озвучивал. Есть. Если сейчас все повезет, то я ее сделаю. Нет, не повезло. Готово. Фух. Блин, первая битва со второй попытки, вторая со второй попытки. Так, ну все разъяснили? Хорошо, я уберусь сейчас же. Хорошо, хорошо. Минори хорошая девочка. Правда? Я хорошая девочка? Блин, Минори хорошая девочка. Да. Ну тогда я начну сейчас тут убираться. Так, сперва нужно поставить принцессу в коробку с игрушками. Что такое? Моя корова, я нашла свою потерянную... корову. Корова делает хорошее... Нет, корова делает молоко. Корова... Му-му. Молоко, иди, давай, давай. А, господи, вот опять. Корова делает молоко. Корова я... Му-му. Молоко, давай, иди. Ладно. Да, ты действительно потерянный случай. Минори, иди снаружи поиграй. Я тут уберусь. Поняла, спасибо тебе, Ядзокуратян. Но в один прекрасный день я покажу ей, что к чему. Я клянусь, обязательно. Господи, Минори, это просто жопа. Господи, она действительно взрослый ребенок. Хорошая песня про корову. Че там, сначала песня про принцессу в лесу, сейчас про корову. Что дальше?
Дита Кагуэ, чё? Что удивляешься? Это нормально, это Синрара Кагура. Господи. Минори это нечто. Ладно, погнали дальше. Да, кстати, ребят, что хотите на вечернем стриме? Предложение следующее. Demon Gaze продолжим? Или Idol Master? All for One. Пишите в чате, посмотрим. Нет, Shadowrun. Только игры, которые мы играем. Новые пока что не начинаем. Так, дальше мы будем играть за Муракуму. Ну, господи, ты еще упоротость. Погнали. Год 2636. Плохие шиноби правят этим миром железным кулаком. Плохие шиноби мародерствуют в городах. Их мохавакс, я не знаю, что такое, сжигает на ветру. Прекрати! Красивый молодой парень схватил одного из этих шиноби. Или был схвачен один из этих шиноби. Они... Что за писец происходит? А, так, ладно. И при чем тут 200 с чем-то год? Я вообще не понимаю, кого хэ тут? Так. Они взяли его рисовый пирог. Нет, тортик. А он хочет вернуть его обратно. Это наша единственная еда. Вы не можете ее отобрать. Отвали, маленький щенок! Плохой шиноби поднял свои вакидзаши, когда внезапно что-то прилетело из ниоткуда. Кунай ударил шиноби в руках. Его вакидзаши улетели из рук. Кто там? Яростно зной шиноби начала глядеться вокруг, но никого не было. А сюда! Так, плохие шиноби обернулись на этот голос. Там была
Там была она, девушка в маске огра. Ради кодекса Генсен. Девушка в маске огра, по-видимому, была зациклена на них. Хорошо. Мой тонкий голосок раздался эхо через комнату Шиноби. Так, я взглянула на наброски, что только что закончила. Так, из раскадровки, господи. Я бы сказал, что они неплохо нарисованы. Ну, достаточно хороши. Маска с юга. Нарисована Муракумо. Я написал это на первой странице. И потом... отперелась на спинку стула. Я люблю читать комиксы еще с самого детства. Может, мангу? Я все еще читаю еженедельные журнальчики. Где-то в этих строках я становлюсь все больше и больше удовлетворенный только с их чтениями. И начинаю нарисовать что-то самостоятельно. Я сейчас прямо на волне. Мне стоит продолжать. Я решила нарисовать сцену, где маска с юга и жесткие шиноби сражаются. Я взяла свой карандаш снова и начала строчить что-то там в моей записной книжке. Маска с юга использовала свою атаку Нанто Масацуке. Это самая волнующая сцена в этой серии. Но я не могу ее сделать, чтобы она выглядела правильно. Это очень большая, важная сцена. Я не знаю, как нарисовать ее. Правда, я не могу рисовать экшн-сцену вообще. Экшн-сцены должны быть реалистичные и круты. Они должны быть креативные. Легче сказать, чем сделать, думаю. Мне очень тяжело найти точку опоры, когда я рисую их. Все, что мне нужно сделать, это учиться, как рисовать экшн-сцены. Но я даже не знаю правильный путь, как это учить. А это я переводить не буду. Я услышала голос, что бормотал это, который исходил из комнаты напротив. Это Шеки. Она ведет себя как типичная девушка, что любит повеселиться и... эсценальная, какая она есть.
Но, похоже, она тоже читает. Сердце. Сутра сердца. Heart Sutra. Сутра сердца. Это как? Ладно. Вот эту песню нельзя даже если ее переведешь, и весь смысл теряется в переводе. Только в оригинале она понимается нормально. Реально. Я даже не знаю. Ну ладно, сейчас попытаюсь хотя бы это. Так. Так. Это не отличается от пустоты. Пустота не отличается от нее. Поэтому она есть пустота. И пустота из нее полностью. Не знаю. По-любому это хрень собачья получается. Когда я слушаю ее голос, мне пришла просто идеальная идея. Точно, почему я не подумал об этом раньше? Шики, ей нравится читать мои комиксы, мою мангу, может быть. И она всегда дает мне честный фидбэк. Мне стоит попросить ее о помощи. Так, я перестала бормотать, поставила свой карандаш и пошла к ее двери. Окей. Шики, таноми гару. Шики, у меня есть просьба, которую я хочу тебя попросить. А? Что такое, Мурачи? Ну, у меня проблемы с тем, чтобы нарисовать боевую сцену. Я бы хотел, чтобы ты мне помогла. Это для манги, которую ты рисуешь? Постапокалиптический шонен экшен манга. С прогрессированным протагонизмом, протагонисткой Хэла. Господи, ладно. Да, канжинно акшёни хакрёкуга таранакуте коматте иру нода. Да. Но экшен там не такой волнующий, как нужен. И я не уверена, как сделать так, чтобы он был лучше. Ну, хорошо, я думаю, тогда могу тебе помочь с этим. Ну, что у тебя там на уме? Все очень легко, я хочу, чтобы ты сразилась со мной. Че, правда? Ну ладно, как раз плюнуть. Хорошо, сделаем это. Ценю это. Хорошо, иди сюда. Я тебя пощупаю. Что? Ну, мы же должны соответствовать своему персонажу. Нет, тебе нет необходимости так сильно входить в это. Ну ты же не знаешь, как это все работает, так?
Ты не сможешь нарисовать эту сцену, если ты не полностью погружена в этой сцене. А теперь давай. Так что давай, иди сюда, мы решим, кто выживет, а кто умрет. Хорошо тогда. Ради кодекса Генсен. О, господи, ладно. Упоротая. Еще одна. О, господи. Да, я хотел попробовать Муракуму, когда мы еще играли в предыдущую школу против нее. За Шики, но Шики, походу, будет следующее. Ну, они все упорты. Ну да, тут они все упорты. Но все-таки самые упорты это Риона и Рёби. Мне кажется. А, ну и Минори. Минори тоже достаточно упорт. Да дай мне встать хотя бы! Трансформируемся. Я в шоке. Она просто не дает мне ничего сделать. Окей. А вот сейчас будет жопа. Походу я первую битву снова проиграю. А вторую выиграю. Так, второе искусство ниндзя. Сожрите ее. Прекрасно, она была не в той стороне, но по-любому зацепила. О, господи, все, жопа. Или нет? Окей. Okay.
Почти второй уровень. Ну, второй уровень сейчас я получу во время битвы, и он мне даст преимущество. Леопардовый. Только что заметил, что ли? Не имеешь привычки? Но в прошлый раз ты сам, по-моему, говорил об этом. Ну а теперь серьезная битва начинается. Типа. Так, первое искусство ниндзя, потом второе, потом добиваем. Блин. Ну, Шадоран, ты понимаешь, что твой синдикат никому не нужен? Только ты будешь его смотреть. Это жесткая правда. Дай плюс как-то не... сейчас не до них. Нужно закончить то, что есть сейчас. Потом уже что-то надо. Хотя я знаю, что я не закончу все, что есть, и начну что-нибудь еще там. Лучше от него удовольствие. Ну, знаешь, я бы сейчас удовольствие от кое-что другого получил. Ах ты ж. Опять!
Так, погнали. Ну, трансформируйся, наконец-то. Блин. Ну, теперь уж точно ее порву. Сожрите ее, мои песики. И вторая. Порвите с нее одежду. Хотя бы. Не сработало? Готово. Вообще, у меня нет никаких сожалений. Спасибо тебе, Шики. Теперь я думаю, что смогу нарисовать сцену. Правда? Я так рада. Серьезно, это было весело. Я могу этим заниматься в любое время, когда захочешь. Ты уверена? Ты уверена? На самом деле у меня есть еще одна сцена, которая беспокоит меня. Что тебе нужно? Давай, я готова ко всему. Я не могу нарисовать любовную сцену. У меня нет опыта. Поэтому ты можешь со мной эту сцену обыграть? Ну там, небольшой поцелуйчик будет достаточно. Любовная сцена? Типа, ты и я? Разве это не... Мне вообще не... Я и вообще не против. Ты начинаешь беспокоить меня? Я имею в виду, ты же шутишь, да? Я же сказала, что я не против. Ради манги, Шики. Ради... целости, артистизма. Мне это нужно.
Я могу выключить свет и сделать нужное настроение. Мы даже можем взять фильм на прокат. Пожалуйста, сделай это один раз для меня. Просто один поцелуй, пожалуйста. Да, нет, извини, я не могу. Ты можешь, ну, знаешь, найти кого-нибудь другого, чтобы потренироваться с этим, там, не знаю, в ванной комнате или нечто в другом месте, не знаю. Блин, ну почему она отказалась? Блин, она и атмосферу нормально настроит, и свет выключит, и фильм возьмет на прокат в тему. Ну, вы сами понимаете. Вот обол. Ради художественной целости. Ну да. Ради целости. Господи, я боюсь представить, что в новой части. В новой части, кстати, есть один новый игровой персонаж, который является... Ну, там много новых персонажей, но один, который... От которого я чуть не сдох, как-то узнал. Это... Это бабушка Асуки, который... 80 с чем-то лет, по-моему. Так вот, за нее тоже можно играть. И она как бы... У нее тоже рвется одежда, все дела. И показывается это крупным планом. Фу, господи, еще плевану. Самое плохое, что с ней, походу, там придется сразиться. И... Господи! Блин, я не знаю. Ладно, посмотрим, когда игра выйдет. Мы как-нибудь пропустим этот момент, потому что... Но я не знаю, разработчики упоролись, по-моему. Наркомания. Это